Я вас приветствую, друзья, с вами Спикер, и продолжается Forest Arena. Вам понравилась первая серия, и я продолжаю делать это продолжение этой рубрики. И сегодня нас ждут новые бои, сегодня будут по ходу ночные сражения на арене в Форесте. И, друзья, маленько обновил эту карту, буквально чуток добавил своего, и давайте же посмотрим, что у нас новенькое появилось. Тут у нас первый этаж, можно сразу поесть, попить и, конечно же, взять интересные плюшки, которые нам пригодятся, конечно же, в бою. Возьмем побольше питья, шоколадок тоже возьмем, и, конечно же, алкашку, чтобы сделать коктейль Молотова и устроить реальный бой. И берем, конечно, сегодня новое снаряжение. Интересно, что сегодня взять можно? Я, кстати, сбегал и взял вот такой новый лук, то есть можно теперь отстреливаться от абориген. Да, есть и теннисная ракетка тоже. Довольно прикольно будет по голой заднице аборигена навалять теннисной ракеткой. Довольно неплохие стрелы, но, конечно, и стрел есть и намного лучше. Но если стрельнуть просто в голову, можно сразу же убить аборигена. Хорошо, берем все оружие, которое нам пригодится, и обязательно выходим на арену. И устроим сегодня масштабные бои. Конечно, мне нужно будет и снаряжение. Я все снаряжение забираю, одеваю на себя. Сегодня тоже возьму костяную броню. И все это дело оденем. О, сколько у меня ее. И я практически... Да, готов. Я оделся и готов к бою. Кстати, только маленькими мачетами. И, кому кажется, можно его как раз испробовать сегодня. Возьмем больше оружия. Но маленькую карту обновил. И там тоже валяются виды оружия разные. Мне нужна обязательно катана. Как же без катаны пойдем на арену, друзья? В принципе, я уже готов. Мы возьмем еще маленькую алкашки. Возьмем пепси-колу, которая нам не влезла. Травки тоже возьмем. Если что, можно будет сделать лекарство, которое поднимет нам ХП. В принципе, бронь есть, жизни есть, все взяли максимум. У нас есть тяжелый топор, у нас есть мачете, есть лук и много стрел, целых 30 штук. И можно включить музычку, и под музычку можно уже выходить на арену. Ну что, друзья, вы готовы? Устраивайтесь поудобнее, и арена начинается. Уже стемнело, друзья, и мы выходим на арену. Сегодня будут ночные бои, тут уже меня походу ждут. Мы заходим на арену, сразу в меня плюшка полетела. Закрываем двери, и начинается потеха. Обалдеть, ночная арена довольно шикарно смотрится, и тут реально даже страшно. Интересно, какие сегодня нас ждут мутантов, насколько будет много. Я вижу, есть трава, которую можно поджечь, вдруг мы поджигаем, тут их слишком много. Сейчас ребята загорятся. Обалдеть, кажется, промахнулся он. Нет, я загорелся, есть бронь. У меня есть бронь, конечно же, и мне поможет, если что, они раскидались как там. О боже, ой, как я испугался-то. Спокойно, спокойно, ребята. Бросают мячики горелые, и походу тут реально жарко будет. Как он влетел в этот домик, обалдеть. Там еще маленький прыгает. Мясо будет сегодня точно, у меня всего лишь есть одна шашка динамита. Да что ж такое, я сегодня не взял динамит, что ли? Сейчас будет потеха. Спокойно, я хотел бросить. Бросил, не бросил, даже не знаю. Там еще паучиха, что ли? Возим прям в кучку, сейчас будет жарко. Ребята, разбегайтесь. Ох, да, это точно. Поджигай, поджигай, мой друг. У нас какой-то мачете, держим блок, поджигайся. Да, 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 гори, гори в аду. О, жесть. Сейчас будет... О, у нас, кажется, бензопила. Топорик, нет, топорик. Мне нужно, кажется, бензопила. Это что такое? Прям по харе. Прям по харе получишь. Нет, не то оружие, которое я хотел. Мне нужно быстренько катанку. Меня зажимает как-то слишком в угол. Пойди, есть динамит. Так, так, будет бросок, походу. Да, в мою сторону бросали. Ничего, есть динамит, и можно, в принципе, его взять. Есть динамит. Сейчас будем гулять. Сейчас устроим потеху. Ну что, кто первый? Так, бросает, бросает меня. Конечно, против блока не поможет. Где-то еще большой бегал. Ух ты, жесть. Да, конечно, против динамита. Никто не устоит. Ну, где-то еще паучик кричит. Ребята, вы, походу, все тут погорели. Добиваем уже оставшиеся, которые тут остались. И кажется, ребята, стой, стой, стой. Сейчас разберем с тобой. Возможно, есть еще. А куда делся второй, походу, он уже сдох, что ли? Давай добьем. Да, детка. Оп. Как он поджег, довольно круто получилось. Он поджег все подряд. Ну, у нас... Погоди, погоди. Это, кажется, был бензопила. В принципе, можно воспользоваться. Ох ты, да. Кто там еще бросает? Шарики. Да, чувак, тебе не повезло сегодня. Тебя добьем. Как-то даже слишком стемнело. У нас, по идее, есть свет, и можно, в принципе, раскидать. Сейчас, секундочку, мы раскидаем. Мне нужно побольше света. Слишком темно на Forest Arena, и побольше света нужно. Так, в принципе, хорошо освещается.
Ну реально страшно, полетел прям в меня. Ничего, это всего лишь один снаряд, и можно, в принципе, воспользоваться луком и попробовать прям по хедшоту. Так, где в нем раскидываться? Мы стрелим в ответ, удержим. Промахнулся, что ли? Хочу прям хедшот хороший, хороший хедшот в тебя. Кажется, попал один разок. Я хочу, правда, в голову попасть. Ох, да, прям в голову хедшот, обалдеть, это было красиво. Мелкий прыгает. Слушайте, реально, современный лук, он реально топовый. Хочу в мелкого попасть. Нужно, конечно, еще сделать разработчикам прицел, потому что сложно прицелиться этим луком, но, в принципе, возможно. Оп, обалдеть. Реально довольно круто, по хедшоту раскидываю, и все. Кто-то тут заныкался, что ли, прям в углу? Оп, и сразу готов, обалдеть. Один выстрел и один труп, это реально крутое оружие. Можно прямо издалека, у меня уже нету, кстати, брони. Уже проголодался, и кто-то тут рычит еще. Так, 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 спокойно, чувак. Ты, походу, остался практически последний. И пошел еще дождик. На конце, ох ты да, хедшотик хороший раскидался. Нормально. Довольно уже приобщился, чувак просто ест своих себе подобных. Сейчас возьмем динамит и кинем ему прям динамит прям в пасть. Давай, друг мой, поджигай. Он, кажется, его сожрал и сейчас будет уходить. Нет, кажется, он не успел. Нормально разлетелся. Это был, походу, последний. Возьмем фонарик. У нас есть, по идее, фонарик. И он у нас работает. О, там еще мелкие прыгать. Можно, в принципе, еще изолента нужна, по идее. Нет, тут гасит. Нет, просто один. Не нужно поджечь его. Остался, кажется, последний. И еще мелкий прыгает. Сейчас забросим прям к мелкому и последнего, конечно, добьем. Конечно, больших мутантов сегодня не было, но это ночная арена и смотрится довольно потрясающе. Я уже маленько замерзаю даже. Где он бегает? Вон он бегает. Так, спокойно, какие-то шумы были. Это где-то по ту сторону арены. Чувак, когда-то подпрыгнул, что ли? И куда-то дёру дал. Черт возьми, я его не вижу. Возьмем фонарик уже и, наверное, его найдем. Есть, конечно, он остался в живых. Так, мне кажется, садятся батарейки у меня. Как тут страшно. Тут реально страшно. И, походу, друзья, это был последний уже, который где-то куда-то сбежал. Ну что, это было фура с тареном. Так, вот он, секундочку, сейчас его добьем. Там еще мелкий прыгает. Нет, слишком далеко. Слишком далеко, я еще не умею отстреливать. Оп, не живучий. Попал не хедшот. А теперь прям в голову, обалдеть, еще мелкий прыгает. Сейчас мелкого тоже зарубим. Оп, нормально, один выстрел, мелкий готов. И, друзья, это была Forest Arena. Увидимся уже в других роликах. Спасибо, кто смотрел, кто болел. И увидимся обязательно. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока.